Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. И сегодня мы разберем один из моих текстов, один из моих рассказов «Сказание о трех временах и их адептах». Ну, в принципе, зачитаем. Глава 1. Песни Брахмы, Вишну и Шивы. Взгляните на все, что происходит вокруг. Прошлое, настоящее, будущее. Люди кричат, отстаивают свои позиции, дерутся, воюют. Одни хотят вернуть прошлое, другие сохранить настоящее, а третьи – построить будущее. Первых людей мы назовем брахмами, вторых – вишну, а третьих – шивами. Все они поют разные песни. А брахмы стремятся ко временам своего зарождения. Они видят фундаментальный смысл в прошлом. Они молятся на прошлое, они поклоняются ему. Консерваторы. И стихи раньше были лучше, и проза, и философия. Нет, не были. Иллюзия золотого века, иллюзия постепенного разложения, иллюзия несокрушимой классики. Каждый брахма идеализирует прошлое и поет. Великих предков мощь неоспорима. Мы лилипуты на плечах богов, мы будем жить и умирать во имя их мудрых слов, ведь в них сокрыт закон. Век золота забыт, людьми железо, но в наших позолоченных сердцах он сохранен, и замолчит пусть бездарь, который думать попытался сам. А Вишну, пытаясь сохранить себя, говорят, что нужно жить настоящим. Прошлого и будущего нет, есть только сейчас. Живи одним моментом, не пытайся ничего изменить. Работай с тем, что есть. Наивно и крайне недальновидно. И главное, здесь нет никакого движения, никакого полета мысли. Сплошная пошлая экзистенция. Вишну заперт в настоящем, и он поет. Важнее всего лишь настоящий миг. Все остальное ничего не стоит. Все, что прошло, сожженный мой дневник. А все, что будет, доброе или злое, никак не предсказать, как не трудись. Зачем же строить мифы о грядущем? Живи сейчас, сей миг, ведь в нем вся жизнь. И сделай все, чтоб он был не упущен. А Шивы, разрушающие существующий уклад, живут будущим. Они мечтают о том, о той или иной утопии, в которой всеми силами стремятся. И ради этой утопии они готовы совершать революции. Там, где танцует Шива, льется кровь. Там, где чьи-то умы заразились утопической идеей, будет сражение. И утописты сделают все, чтобы очистить мир от любых преград на пути своей лучезарной утопии. Шивы, разрушая настоящее, поют. Наш лучший мир не здесь, он впереди. Мы все помехи уберем с дороги, и всех людей вовек объединим. Пусть не по вкусу это будет многим. Утопия не может пощадить врагов ее сияющего блага. Прогресс давно живет у нас в груди, и за него мы всех посадим на кол. Глава 2. Встреча смертных Брахмы, Вишну и Шивы. На перекрестке между прошлым и будущим, настоящим и вечным, сошлись адепты трех мировоззрений. Каждый хотел затянуть остальных на свой путь, ведь одному идти намного сложнее и, главное, скучнее. Брахма серьезным голосом сказал: «Мы должны вернуть золотое время. Эх, вы помните? Помните классиков? Они были прекрасны, абсолютны, не люди, гении». Шива покачал головой. «Что нам твои классики? Они давно устарели. Лишь в глазах таких закостеневших любителей древности они все еще выглядят актуальными. Но они жили не тем, писали не о том». Брахма перебил: «Тем и о том». Вишну вмешался: «А Шива прав, не о том. Вообще все прошлое не о том. И не было никакой золотой эры. Это все легенды. К слову, как и грядущая утопия». Шива усмехнулся. «Утопия? Легенда? Отличное оправдание для тех, кто не хочет ничего делать. Но мы, трудящиеся, построим свой идеальный мир на обломках вашего несовершенного мира». Брахма парировал: «А вот наш несовершенный мир попрошу не трогать. Все эти идеи о развитии прошу оставить при себе. Мы здесь не верим в развитие. Вишну, вот ты веришь?»
А Вишну безразлично ответил: «Нет, есть то, что есть, и нет никакого развития. И даже если что-то изменится, то будет что-то... то будет то, что будет. И я буду жить в том мире без проблем. Я умею принимать любое настоящее таким, какое оно есть. Потому я не пропаду, а вот ты можешь пропасть». А Шива согласился: «Это точно. Мы с Брахмой в нашей борьбе можем пропасть. Но именно мы приводим мир в движение. Без нас не было бы никаких изменений ни в сторону прогресса, ни в сторону деградации». Вишну улыбнулся: «И что? Я не поклоняюсь изменению. Для меня существует только миг. А миг по своей сущности неизменен». Брахма наконец-то уловил реплику о деградации. «Стоп! Какая еще деградация? Прогресс — это деградация. Ваше иллюзорное развитие — вот деградация. А возвращение к образцам великих мужей прошлого — это обретение чего-то лучшего». Шива засмеялся. «Твои великие мужи прошлого были глупы и наивны». Глаза Брахмы запылали яростью. «Нет! Они были величественными, лучшими. Таких людей больше не будет». Вишну покачал головой и в одиночестве пошел по пути настоящего. Шива, пританцовывая, направился по дороге... Вишну покачал головой и в одиночестве пошел по пути настоящего. Шива, пританцовывая, направился по дороге будущего. Но все же перед этим заметил: «Я не хочу быть рабом людей прошлого, и ты сильно преувеличиваешь их значение. Они были хороши для своего времени, но по сравнению с худшим человеком моей утопии, каждый из твоих великих мужей – ничтожество». Брахма прокричал в спину уходящему Шиве: «Они построили наш мир, они построили наше общество, они построили нашу культуру. Они не просто люди, они настоящие божества». Но Шива ничего не слышал, потому что не хотел услышать. Никто из этой троицы не хотел услышать другого. И в итоге они разошлись. Глава 3. Три дороги и наблюдатель. По вечной дороге до перекрестка добрался мужчина в черных лохмотьях. Он сел на большой камень и начал смотреть по сторонам. Он видел, как Брахма, Вишну и Шива отдалялись друг от друга по трем дорогам. И только дальновидный человек, вроде нашего путника, мог обнаружить, что эти три пути будут еще множество раз пересекаться. И это уже будут не мирские перекрестки, с которых все начинается. Это будут перекрестки, вынуждающие идущих сражаться друг с другом за свою правду. И каждый шаг идущие вкладывали свою душу. Труд, пот, кровь, силы. Они жили каждой своей дорогой, и в итоге они почти слились с этими дорогами. Мужчина с интересом наблюдал за первой перепалкой между Шивой и Вишну. Шива хотел заставить Вишну пойти с ним по пути утопии, но Вишну не хотел тратить свое время на достижение долговременных целей. После драки они разошлись. Потом Шива столкнулся с Брахмой. Они не смогли найти общий язык. Очередное сражение закончилось ничьей. И так идущие продолжали биться друг с другом, будто бы это имело смысл. Но с перекрестка, особенно если занять высокую позицию, видно все дороги, и мужчина видел корень проблемы. Он, задумавшись, сказал: «Выбрав путь, человек обрекает себя на служение ему. С каждым последующим шагом свернуть будет все сложнее. Чем больше человек шагает вперед, тем больше дорога пропитывает его. Тем в большей степени человек становится этой дорогой. И безусловно, все три дороги в чем-то хороши и убедительны. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, с этого самого перекрестка, то трудно увидеть какую-то разительную разницу между ними. Прошлое, настоящее, будущее. Какая разница, за что мы цепляемся? Нас ждет путь. И мы будем отстаивать это прошлое, настоящее или будущее, каждому свое. Но мы должны понимать лишь две вещи, чтобы избежать большей части конфликтов. Другие люди не примут наших установок без боя. Их убеждения не менее обоснованы и в то же время уязвимы для критики, чем наши. Тогда на внезапных пересечениях дорог люди не будут вынуждены драться. Они смогут пожать друг другу руки и идти дальше. Идущий видит только свою дорогу. Для него дороги других не кажутся столь длинными и тяжелыми. Но я вижу, что все эти три пути заслуживают внимания. Прошлое, настоящее, будущее. Все эти установки не могут быть просто сброшены со счетов. И драться за них, как мне кажется, со стороны нелепо.
Хотя и это тоже можно понять и объяснить. Тяжело выдохнув, мужчина встал и пошел на дорогу вечности. Но за ним с горы наблюдал другой мужчина. И делал о нем Брахме, Вишну и Шиве похожие выводы. А на горе выше сидел третий мужчина, на еще более высокой горе четвертый, и так до бесконечности. В итоге последнее слово так и не было сказано. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания.